Всем привет! Привет! Смотрите, какие красивые цветочки привезли на Food City в бывший магазин GMP. Мне вот этот очень нравится. У него действительно вот камера показывает его настоящий окрас. Бывает, вот камера плывет, непонятный цвет показывает. Но вот этот цвет она показывает. Очень, мне он очень понравился. Самое интересное, у него сзади лепесточки. Он дает боковые ответвления, вот. У него названия нет. У него есть название. Название есть, но у GMP на горшочке названия нет. Тестовый. Вот какой интересный. Нос. У него настолько яркие крылышки и губа. Приятно Правда смотреть. Красиво. Очень красивый, скажи. Да. Вот такой интересный. Прямо он... Мне очень понравился. Праздничный. А мне этот нет. Этот не нравится тебе? Нет. А ты только что сказал, что красивый. Я просто... Просто сказал, что красивый, но не нравится, да? Да. А мне очень нравится. Вот здесь корешочки. Видите, названия нет. Так, стволик. Неправда. У меня такого нет. Нет, я, конечно, не буду брать себе. Но он очень красивый. Я хочу. Почему я не буду брать себе? Они у меня через 3 дня домой принесу. Очень жарко, очень душно. Через 3 дня падут цветочки и все. Ну, а сам сорт, конечно, интересный. Хотелось бы... А у него еще, смотрите, какой лист, я только заметила. Сизый лист. А мне понравился вот этот. Сейчас покажешь, подожди. Не знаю, видно, но у него сизый лист и краб. Не сильно проявлен, но он виден. И самое интересное, да? Лепесточки у него такие острые, как огурчик. Огурчик. Вот, допустим, видите, вот у другого огурчик. Овальные такие. А это остренькие. Огурчик. Не так его. Вот. Остренькие, прикольные. Да. Прикольные. Мне понравился вот этот. Смотрите, как если даже вот так подальше встать, как смотрится. Губа яркая-яркая. Вот с этим розовым просто. Мне понравилось. Тебе такое нравится? Да, мне нравится. У него большой диаметр цветка. Давай-ка, ну-ка, посмотрим, сколько. Неудобно, но мы стараемся. 11 или 12 сантиметров. Если вот так вот. 11-12 сантиметров. Еще мне большой. Вот этот красавец. Вот эти желтые мне очень нравятся. Прям по 3 цветоноса. Так вот. Большой диаметр достаточно цветочка. Ну, какой? Сейчас посмотрим. Примерно. Тоже 1 сантиметр. Да ладно. Да ладно, такое не бывает. Бывает. Нет. Не, ну 10. У него 10. О, 10, так нормально. Так, 10. Потому что у этого больше, чем у этого. Название, он прям... Знаете, какой? Он не желтый. Он желтый, но... Такой цвет у него интересный. Не знаю. Но не фисташковый. Альбуфера. Альбуфера называется вот он. Прикольный. Три разных биглипа.
Так, вот здесь усатый беглечик, тоже прикольный. И получается... Такой известный. С боковым ответвлением. Губа вот такая. Да. Боковое ответвление бонсай. Да, боковое ответвление. Видишь, вниз идет бонсайчик. Рим. Рима. Вот такой вот. Нижнятинка. Это Рим. Вот если похоже вспышку на включить. На Риму, да. Нам надо нашей Риме подарить его. Да. Рима. Фронтерочки привезли. Вот этот цвет, это тестовый. Он такой интересный на самом деле, такая расцветка. Сейчас я покажу. Вот, видите? О, не ловит. Вот. Тесто. Может, его так зовут тесто? Тесто. Такой вот беглечек. Тогда их много-много было. Помните? Я таких нету. Долго они стояли, никто не покупал. Цветочек Йоя. Вот этот мне понравился. Такая расцветка интересная. Нету названия. Такой интересный. Эта штучка ароматная. Можно подухать? Правильно? Да. А, пахнет. Пахнет, да. Вкусненько. Эта штучка называется... Не покай. Поняла. Поняла. Красивая название. Как пенка. Угу. Ух ты, смотри, как блестят вот эти желтые. Я вспышку включила. Смотри, ты видишь, как да. Вот они? Наверное, не видно. Ну да, не видно, не видно. На камере не видно. А так смотри туда, смотри вот этот лепесток, а вот этот как блестит. Вот, все блестят. Все блестят, да, очень такая красиво. Хила. А какая? Называется? Да. Нет названия. Нет? Я думаю, Эмили. Эмили? Да. Давай назовем Эмили. А, альбуфера, альбуфера. 3 минуты не прошло, уже не помню. Альбуфея. Фея, короче. Чармер. Мне вот эти нравятся. Мне нравится, когда вот размазаны мазками прям. Красавец. Большой диаметр. У него такая губа интересная. Ой. Так. Потом пришел такой вот Magic Card. С каменной розой. О, есть такой канал. Magic. Какой канал? Magic. Magic? Да, Magic. Да. Так, Magic. И вот такой. Похож. Она. Где кот, сын? Похож. Это этот. Кто? Фронтера. Фронтера, ну похож на кота. Такие вот красавцы. Это вообще мультифлорки. В самом деле, почему-то камера вот передает, что они как вот, я смотрю, да, как будто вот это белое. Это на самом деле ярко-желтое.
мультифлорки. Так, называется Сумерсо. Это настоящие вот такие мультики. Так. Здесь. Беглипчик белый. Да ты уже украсил, да? Как так ты смог? А, на сет вас, да, все. Это веревочка тети Иры. Да. Там, там. Красавица. Вот этот мне еще понравился. Ну, и похоже... Потерял губу где-то, а? И этот потерял губу. Прикольно. А этот с губой. Пусть ты. Ты, похоже, свалил. Ладно? Убежали две губы. И катающие губы. Да. Снова. На этом будем прощаться. А, уценки, спрашиваете. Вот по 200 рублей. А ну вот это красивый. Ансидиум твинкули. А потом это Мауди башмачки. Да, табак. Такие. Все, будем прощаться. Больше нечего показать. Ну давай. В следующий раз больше, да, привезут цветочков? Пожалуйста, осторожно, молодой человек. Пока-пока, мы вас любим. Пока-пока! Мы пойдем делать что? Видео. Уроки. Ой. Все, пока-пока.